В год, посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей, Чувашский государственный ансамбль песни и танца представил жителям республики концерт «Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай». В основу постановки легли реальные исторические события и воспоминания их участников. Долгое время это время замалчивалось, это я знаю по рассказам своей матери об этом. И сейчас, что это стало публичным, что это общество стало известным, это очень большая интересная работа. Мы, конечно, хотим напомнить нашей публике о тех трагических страницах и хотим эмоционально вызвать отклик на это. Чтобы тема защиты Родины, тема любви к Родине, чтобы она всегда была с нами. Сюжет строится на воспоминаниях трех героинь о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться зимой 1941-42 годов. Для того, чтобы достоверно передать события тех дней, понадобилось все жанровое многообразие, анимация и визуальные эффекты. Новая Булаева, Ельчикского района Чувашской АССР. Есть современное чтение, уже которое доступно на языке сегодняшней молодежи. Ведь очень важно не только восстанавливать, а через произведение искусства вдохновлять и вызывать интерес у сегодняшней молодежи. Я думаю, что это чтение режиссеров, и хореографов, и в целом сама постановка как раз то самое, чтобы и молодежь привлечь к истории Сурского рубежа. Концерт не оставил никого равнодушным. В конце представления многие не смогли сдержать слез. Ну, однозначно понравилось. Хотелось бы отметить работу наших артистов, которые действительно самоотверженно, знаете, по-настоящему прожили судьбы тех героинь, которые они показали. Это было очень эмоционально, это было очень искренне, честно, по-настоящему. Спасибо им большое за такой праздник. Для тех, кто не смог прийти на спектакль, 9 мая в 14:00 в эфире национального телевидения Чувашии будет показана видео-версия спектакля. Ольга Семенова, Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика.